Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. А у меня очередной пакетик вот такой до меня добрался. Вот, судя по всем признакам, это у меня кабели, вот эти вот универсальные зарядки. Значит, то ли 2, то ли 3 штуки. Я что-то немножко запутался. Ну, по крайней мере, цена лота 179 рублей или 3 доллара. Добралось до меня все это за 23 дня. И давайте посмотрим, сколько их там у нас пришло. Это интересно. Смотрим, смотрим, смотрим. А, все-таки 2. Вот, а то здесь что-то написано валует. 3 штуки как будто бы. Вот, а в лоте было 2. И давайте смотрим, что это у нас за зарядный кабель. Что у нас в нем есть. Так, один пакетик. Внутри еще один пакетик. Что-то странно как-то так. Ух ты, он даже не такой уж и короткий. Где-то, наверное, сантиметров 75, если не весь метр. Ну, понятно, кабель плоский. С одной стороны у нас USB. Качество изготовления. Что-то вот тут какой-то на белом дефект вообще в синеву. Плоский, плоский, плоский. А на другой стороне у нас 4 разъема. Каких? Смотрим. Это у нас microUSB. Это у нас 4-й iPhone. Что-то он совсем вот тоже, вот тоже он какой-то вот такой вот непонятно. Не очень качественный, судя по всему. Ну что-то, видите, там щель какая-то. Во. Это у нас кабель Lightning. И вот такой вот разъем, он для меня на самом деле в новинку, у меня потому что таких телефонов еще не было. По-моему, это для современных Samsung'ов. Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня в комментариях, буду очень рад. Вот, в целом кабель, конечно же, сделан тяп-ляп. Посмотрим, как он себя покажет, насколько он все свои задачи по зарядке выполняет, насколько он долговечен. Вот, соответственно, о том, сколько он у меня проживет. Да, я опишу, естественно, в описании к видео, немножко попользовавшись кабелем. Вот. Ну, конечно, вот эти вот дефекты исполнения, они как бы настроение от покупки портят. Все, ну ладно. Вот такой вот лотик. То есть, соответственно, 179 рублей это у нас за 2, за пару. На этом я же вас благодарю за просмотр. Не забываем, что если вы покупаете что-то в интернет-магазинах, включая этот кабель по моей ссылке, обязательно используем кэшбэк-сервис. Тот кэшбэк-сервис, который использую, я рекомендую. Ссылка на него будет в описании к видео. А если вам нравится мой канал и вы хотите его поддержать, то сделать это можно по ссылке внизу текстового описания к данному видео. Все, друзья, всем счастливо, пока!